Как в итоге? Передаем, смотри, по кругу. На Макаеве стоит жить, тоже свою рушить, теме не служить. Соберем все силы, воедем на кулак, раздарим пространство и рассеем мрак. Когда поедем к морю, к Ахарискому, к Ахарискому, так отвещенному, наберем в Адлане воду студенную, воду студенную, силой полную, и ладу, ладу, горна, ладу, ладу, горна, ладу, ладу, горна, ладу, ладу, мы дружи, ладу, ладу, горна, ладу, ладу, горна, ладу, ладу, горна, вместе все мы надежим ладом. А я плетки возьму. А я прям хоп. Живу такой. Вот классная репетиция. Не будем вставать. Самое главное, парни. Шпоры впились, пока слышны крики в голову. Ставим лоб. Горб растет с каждым днем, на лице след ярма. Разглядел бы надежду в глазах легендарный ярма. Все, я понял. Ты нас просто не пугай, то я переживать начинаю. Короче, мы поехали. Ты их отвозишь? Я отвожу. Стас. Надо подойти, можно сказать. Хорошо. А он в машине сидит? Люк у меня просит. Человек, которому я привел, помогал. Время в машине? Который меня потом упрекает, что я ему плохо помог. Ну, я понял. Нам надо, видишь, скорее всего, расписывать в субботу. Он меня просит помочь ему бесплатно. То есть, сделать, помочь ему бесплатно. Там говорит, помоги ему бесплатно. А это как? Стол ему сделать бесплатно. Тебе же, говорит, воздаст тысячу раз. Тысячу раз? Да. Сто раз? Вот дается сто раз хорошего. Плохого. Это зона. Зал, парк. Вот, наверное, зал нам побачить. Вот там ждут, хотят пообщаться по поводу. А, у тебя заказ хотят мебель сделать, кухню. На заказ. Да. Физический, Серега.
Если у меня знакомые, я не сказал, что не просто знакомые, а если там идти в ресторан. Ну личным же заказ не бывает. Личным у тебя время будет. Просто ему говорить, мы же хотим, помнишь, как у нас, кто если братва занимает, чтобы деньги не уходили никуда в сторону. Вот у тебя никаких скидки не будет, ничего просить. То есть нормальный мужчина. Ты же помнишь, Серега, у него два сына. Серый, крупный такой, ведический, белобрысый, голубоглазый, ну. Дело в том, что в это... Ты... Дело ни в чем, дело в том, что вообще как бы это... Знал, что вы были. Ну, давай, идите. Вы все доедете. Все просто так, я понял. Короче, да. Он за. Он за. Я тоже за. Мы завтра как встречаемся? Стой, подожди, в субботу все, у меня в субботу вроде суббота до обеда. Мы завтра как встречаемся? Стой, подожди, сейчас вспомню. А, я вспомню, подожди. Когда мы так приходим? Я все равно смотрел за мед. О, на заре, точно. 4 часа, да. На заре? Да. Удобно. На заре, а ты? Я сползла, красивая стала. Кто она? О. Кто она? Оль. А. Я думал, Оль, она... Я такое, понимаю. Такая фигня такая. Как вот, свело, и, что ли? Нечто что-то вот так вот распространяется, такое все больше и больше. Свело? Вот вот, тебе теперь. Свело? Вот так вот все там. Блин, ну там уж не занимаешься. Ну, вот так вот, а теперь вот так. Почему вот не занимаешься там? Я занимаюсь. Да я понял. Скажи, пожалуйста, мы завтра как? Как, вернее, собираемся? Едем на автобусе? Машине, едем на машине. На бензин сутки три наших рябать и все. Найдем. А, едем главное, ты на машине. Главное, чтобы на гаишнике не остановили. В смысле? На посту. А у тебя нету проезда, что ли? Нас нет, оставляешь машину, Стасян, нет, тогда едем на автобусе. Да нет, все нормально. Стас, нет, оставляешь машину во дворе. Нет, нас не задержат, ничего не переживай. Стас. Я же в Саратов езжу, все нормально. Я тебя прошу, оставляешь прошу. Машину во дворе, пожалуйста, сядем на автобус. Нам надо просто переехать мост. Мы пешком, нам 5 минут идти до Звёздного. Там придется машину оставлять где-то. Так. Поэтому, чтобы не было вот в это, простой не дай бог, там снаряга, не дай бог, это не писание, потом ожидание. Договорились? Мы в обеденное время завтра сможем увидеться уже? В 12 хотя бы. 12? Нет, в час. Час. Штаны черные есть? Нет. Короче, джинсы на джинсах пятна делают, мастируют, потому что они... Какие у тебя штаны? Цвета хаки? У меня штаны, блядь, темно-синие джинсы. А военные, ты говорил, какие-то хаки военные там? Военные только серые, песочные хаки. Вот такого цвета? Ну, только пиксельные еще. Только пиксельные? Да. Черная майка есть, хаки майка. Давай, тогда штаны вот такого цвета, пиксельные, они у тебя чистые? Чистые, берешь их. А, футболка черная есть? Майка черная есть. Футболка черная. Футболка черная полностью, без надписи, без ничего. Да. А, есть. Тогда ты в этих штанах, черная футболка. Я, скорее всего, тоже выйти. У меня здесь не сильно видно. Дыры не видно. Нет, без башки. Но если бы у тебя кепка была черная. А, у них есть черная кепка. Да, она не черная, синяя. Ну, если у нас, чтобы одинаково значит, было, все да. Будет в рамках, все. Дыры не видно здесь? Что у меня дыры пошла, они порванные. Тогда, значит, я выйду в черную футболку, тоже беру черную футболку. У тебя синяя, да, кепка, без надписи? Синяя кепка. Померь вот это, пожалуйста. Померь, пожалуйста. Не бойся, она... Режем. Все чисто. Она большеватая. Да. На уши я, потому что натягиваю. А, на уши, да. Да. Натягиваю на уши. Нормалек? Черная? Силу чувствуешь? Богатырскую. Я тоже одеваю тогда черную кепку.
Это не про тебя. Штаны хаки, черные футболки. Короче, кеды какие? Кроссовки какие? Это кеды, Стас? Кеды. Вот такие? Нет. Типа вот такие, такие серьезные. А потом вот такое. Сейчас зеленовато, оливковое. Все у нас, все, короче, у нас сразу. А, ну, в принципе, ладно, одевай. Ты какие оденешь? Вот эти? Кого? Ботинки. Ну, какая, ладно. Вот эти, да, хорошо. Это, понимаю, нет. Да. Да, но это еще хорошо, что мы сегодня так быстро все это определили, все решили. С условием того, что не репетируем нифига, Александр Андреевич. Ага. Еще что ты разваливаешься по частям, братан, но это вообще не видно. Так не должно быть. Тут может без головы завтра уже, да? Без, давай без, да, головы убору, давай без кепа. А вопрос. Не синий. Когда? Когда я будет темно, да, если будем без кепа, будет темно, без кепа. Базара нет, офигенно. А будет вот днем, без кепа, когда будет? Видно. Я могу вот в этом, но здесь, блин, так шить, оторвать надо тогда эту комнату. Не надо отрывать. Старый, здесь когда будет темное пятно посередине. Со всеми, ко всем. Все, я побежал. Сергей Геннадьевич. Да. Давай завтра в обед.